стали известны результаты армейских игр. Напомню, военные соревнования проходили под Саратовом на полигоне «Широкий Карамыш». В них принимали участие команды 5 стран – России, Белоруссии, Анголы, Китая и Венесуэлы. По совокупным итогам 2 этапов Кубок победителя присвоили сборной России. 2 место у Китая, 3 у Белоруссии. Также в категории «Лучший командир миномета» приз завоевал Кирилл Гринько из Белоруссии. Лучшим водителем признали сержанта из Анголы, а лучший наводчик – в сборной Китая. Отдельные награды за героизм и мужество получили военные Анголы и Венесуэлы.